Виктор из Магадана, спасибо. Научно-технический рэп. Хорошо, интересно. Надеюсь, кринжа завезли на сегодня, или все-таки нет? Типа сейчас будет что-то такое. Изучайте кибернетику, изучайте кибернетику, изучайте кибернетику, пацаны. Такое, да, должно быть? Сегодня в операторе Набла мы толкаем речь, как им воспользоваться и мозг себе решительно не сжечь. Очень просто, вектор Набла не сложнее парной стойки, собирается на раз из единичных векторов тройки. А сейчас check it out или внимание, ребята, операторы частных производных. Короче, это рэп, обучалка какой-то, я даже не знаю, что это за наука, если честно. Прикольно, прикольно. Координатом и есть координаты этого странного вектора. Once again, motherfuckers, повторяем слова лектора. DPDX и плюс DPDYK плюс DPDZ йод, час истины настает. DPDX и плюс DPDYK плюс DPDZ йод, кто не понял, тот сейчас поймет. DPDX и плюс DPDYK плюс DPDZ йод, зачет сам себя не сдает. DPDX и плюс DPDYK. Я вообще не знаю, что это такое, я реально вообще не понимаю. Тащит и прет. Ротор с дивергенцией, теперь как торт день рождения. Ни слова ротор, не понимаю вообще. Это векторное набло на произведение. Дивергенция — это набло на произведение скалярное. Элементарными становятся вычисления мегазапарные. Имеющий зрение, да раскроет глаза свои. Это просто дива равно DAI по DXI. Вектор набло — вот путь математического просветления. А теперь еще разок, все вместе для закрепления. DPDXI плюс DPDYK плюс DPDZ йод, час истина настает. DPDXI плюс DPDYK плюс DPDZ йод, кто не понял, тот сейчас поймет. DPDXI плюс DPDYK плюс DPDZ йод, зачет сам себя не сдает. DPDXI. Ну забавно, конечно, прикольно, то есть не стыдно на самом деле. Научно-технический рэп, йоу. Настоятельно рекомендует всем слушателям взять самостоятельно дивергенцию ротора и ротор дивергенции до пенсии, сессии или до следующей лекции. Вектор Набла — это один из ключей успеха. Им открываются сердца преподавателей теоремеха, электродин, остат физики и квантовой механики. Так что, ребята, сделайте погромче ваши динамики. Прикольно. То есть можно послушать рыбчагу и запомнить какую-то сложную хуйню непонятную. Но здорово, здорово, прикольно. Образование, которое мы заслужили. На самом деле, реально, если бы образование было бы примерно таким, все были бы умнее.